Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки недорогих силиконовых приманках от компании TrixBait. Моделька называется Hard Rock. Данные силиконовые приманочки имеют длину 2 дюйма, что соответственно порядка 5 сантиметров. Поставляются они в упаковке в количестве 8 штук, расцветка в данном случае 0,12. Упаковка у нас выглядит таким вот образом. Внутри упаковки приманки у нас находится в пластиковом контейнере. Сами приманки у нас довольно-таки обильно покрыты маслянистым аттрактантом со специфическим запахом, довольно-таки резким. Приманочка у нас выглядит таким вот образом. Червеобразный виброхвост, можно так его характеризовать. То есть вытянутое тело у нас, похожее на цилиндрическое, имеется от головной части плавные такие сужения и расширения, как можно видеть, вплоть до хвостовой части. Далее у нас начинается хвостовая часть, она состоит из округлой, скажем так, основы, постепенно утончающуюся ближе к хвосту, к концу, соответственно, хвостовой части. Также данный участок покрыт такими вот ребрышками по периметру. Пяточка у данного виброхвоста вытянута овальная, выглядит таким вот образом. Пятка довольно мясистая. Сам виброхвост у нас немножко сплюснут в вертикальной части, как можно видеть. Эластичность данного виброхвоста очень отличная. Довольно-таки живая приманочка. Оснащение здесь подойдет офсетный крючок, одинарный крючок, джиголовка жестко впаяна в нее крючком. Данная приманка отлично будет показывать на поводковых оснастках себя. Отлично подойдет для джиговой проводки с ее вариациями, равномерной проводки в некоторых ситуациях тоже можно использовать, а также пелагическая проводка в толще воды. Данная приманочка в первую очередь подойдет, конечно, для ловли окуня. Ну и в прилове может попадаться другой вид хищника, такой как щука, судак, некрупный, соответственно, и так далее. Данные приманочки довольно-таки качественные. Приобрести их можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.